Ребята, всем доброе утро. Точнее, уже обед. Мы сейчас собираемся готовить кушать. У нас уже время 3 часа. 3:20 вроде бы. Вот, я немножко поработал за компьютером. Сейчас надо готовить что-нибудь покушать. У нас на улице холодно. Метель вон такая вот идет. Вообще снег идет. Видите? Холодно, ветер дует, на улице вообще не охота выходить, так что я сегодня никуда не пойду. Вот. Так, а что мы сегодня будем готовить? Фа-фа-фа. Готовить. Мы будем с вами эти... Так. Куриные голени в духовке затычем. С чесноком, картошкой. На, значит, в принципе, я буду делать. Сейчас мама совершит, она будет грибы-то это делать, и что? Посмотрим, или так можно что-нибудь приготовить. Вот, короче, сейчас я замариную. Так, больше ничего не надо. Нет, ничего. Сейчас мы замаринуем голень пластинкой, пока почищу картошку, поставлю, надо будет закрываться духовку, чтобы разогрелась сразу же. Противник, тычинник. Даже может сегодня печеньки сделать. Тоже будет неплохо. Так, а на какую я поставлю штуку? На это делать тогда сразу же. Ой, не знаю. Наверное, все на это сделаю. Но против нее на пергамент выложить, да, все, да? Че париться? Ладно, все. Буду готовить. Хотел же сделать еще грибы в этот, но, короче, забыл. В итоге сейчас начал прибираться на столе, увидел их и вспомнил, что я хотел еще запечь грибы. Ну ладно, потом чем-то не сделаем. Вот. А мое. А, курица и картошечек, вон или в духовке доделываются. Аромат стоит такой шикарный, чеснока. Вкусный. Так что уже скоро совсем доделается, будем уже кушать. Вот я сейчас немножко на кухне придираюсь. Сейчас я посуду посудомойку, мне надо запустить будет ее. Вот. Ну и здесь тоже порядочек навожу немножко. Снег у нас все еще не идет, он еще стал сильнее. Он, видите, там вот вдалеке должен виднеться лес. И вот здесь вот там вот по контуру. Но леса не видно. Все в снегу. Дорожки вот тут тоже все заваливают. Вот, я думаю, сюда же сегодня не уходим, но я выходил только хате накрыть сегодня. Вот. Ну, короче, вообще на улице не хочется находиться. Сейчас с родителей в комнате тут. Кстати, насчет кактусов, они здесь у нас стоят временно, потому что уже вот теплая весна, когда будет лето, мы их выставляем на улицу. Вот они у нас стоят на улице, так что там Лена Кузнецова написала, что может быть им темно. Не знаю, это пока самая светлая комната в нашем доме. Сегодня, кстати, пасмурная погода, поэтому кажется, что темно. Вот, ну и плюс сама камера еще чуть темнее передает. Вот. Да и сейчас уже ближе к вечеру, поэтому здесь кажется, что темно. А так, здесь солнце получается круглый день, только оно вечером уходит. Вот, получается, у нас солнце там вот восход. И оно вот так вот тын-тын-тын-тын-тын. Ну и по сути, как бы здесь светло. Вот, но... Ну, вроде бы... Им пока нормально, они не особо вытягиваются. Вот, может быть, чуть-чуть потом в стол подвинем к окошечку вот сюда, вот до батареи. Вот, ну, так-то вроде бы им тут нормально. Ой, так-так-так. Ладно, пойду я обратно на первый этаж готовить кушать. Так, ребята, у меня тут приготовилась картошечка. Вот такая, я ее просто посадил, добавил... приправу базилик, которая базилик с фархацани. Вот, добавил сюда. Тоже и все это без масла. Она вот такая вот хорошенькая получается. Ну, что-то типа картошки по-деревенски. Вот. Без масла она очень хорошо делается. Не прилипает, не прикрывает, ничего. Вот. И курочка. Здесь курица у нас с чесноком. Вообще все, будем кушать. Всем приятного аппетита. Тут мы уже чай налил. Все, будем кушать. Так, ребята, я сейчас готовлю, решил сделать то овсяное печенье еще раз. Так что сейчас тут смотрю рецепт.
Что тут надо? Я уже измельчил этот геркулес. Делать буду как обычный рецепт, но все по нормальной пропорции. Короче, измельчил в муку. И сделал я, кстати, ее еще меньше, чем в прошлый раз. И в этот рецепт я еще хочу добавить, ну, наполовину теста. Сухой фрукт. Здесь у меня кураган, этот изюм и финики. Так что вот, у нас здесь лежат. Я их замочил в воде. Сейчас они немножечко настоятся. Так. Короче, да, сейчас буду готовить. А, ну и этот сметану я тоже уже сделал, но уже тоже напухает. Хорошо. Вот. Похоже, включусь, покажу свой процесс. Рецепт у меня уже на канале есть. Это влог. Сейчас скажу, как называется влог. Влог. Вроде бы 2 или 3 влога назад он выходил. Сейчас скажу. А вот на овсяное течение зачем украла коньяк? Влог от 05, от 5 января. Так что если кому-то надо, вот рецепт вот здесь у меня есть. Он все, готовы. Ну вот, смотрите, такие вот у меня теченьки. Сейчас они немножечко постоят, духовка разогреется. И поставлю это все сначала на 20 минут, а потом включу верхний нагрев, чтобы они сверху немножко подрынялись. Получается 1, 2, 6, 7 штук у меня получилось обычных и... Это обычно 7 штук обычных, и 5 штучек у меня получились с изюмом. Я другие не стал добавлять сухой фрукт, просто изюм добавил. Так что все. Сейчас постоят и отправлю в духовку. Ну вот и все. В этот раз у меня получились вот такие вот замечательные печеньки. Одно уже съел с изюмом. Прикольно, такие очень вкусные получились. И хорошо, что я этот сделал геркулес в мелкую муку. Они прям так классно. Текила! А у нас вот это... Салют этот гремит. Видите, немножко. Ну-ка, все, хватит. Не ругайся. Ну все, это сейчас начнется. Ну, короче, теченьки у меня получились вот такие. Сейчас надеюсь, эти чай немножко отличаюсь с теченьками. Ребят, сейчас хочу показать, как нас заваливают. Смотрите, снег на улице. Идет и идет, метет и метет. Вот тут все на крыльце у нас. Вон что, к хате всю дорожку заняло. Тут все заняло. И небо сегодня ночью не такое темное, как обычно. Вон что, смотрите, какой злой снег. И тут вон все, вон что, все в снегу. Сейчас уже время у нас позднее. О, сколько снега-то. Метет и метет. Наверное, всю ночь будет идти, скорее всего. Опа, все. Быстренько показал. Вон тут тоже, смотрите, окошко, надо свет выключить. Наверное, так уж вот видно. Вон что, идет, это вот снег на окошке прилип. Смотрите, идет и идет. Сегодня ничего не чистили, потому что снег сейчас бесполезно чистить. Вот. Скорее всего, если закончится, то завтра надо будет чистить этот снег. Вот, и еще завтра не надо записаться к стоматологу. А еще, кстати, этот шампунь. Я в интернете посмотрел, это в Верхоте. Он стоит 400 рублей, так что надо будет тоже зайти в аптеку и купить его. Я вчера в интернете его посмотрел, почитался. Прямо, в принципе, блин, эта штука висит неудобно. Так приходится приседать. Вот, надо перевесить. Блин, все руки не доходят. Вот. Короче, надо будет завтра зайти, если пойду завтра. Ну, хотя завтра надо куда-то идти, потому что надо продукты купить. Все такое. Вот. Ладно, сейчас пойду хате кормить. Пойду, наложу в тарелочку еду. Положу. Да, положу. И пойду кормить его. Как-то надо было валенки, наверное, надевать и идти. Все, ребята, я буду заканчивать это видео. У нас уже время 10:30 про... Монтировать этот влог нас завалило, капец. Я только что ходил выходить хате, выходил кормить хате. Это просто капец. Снег валит, его вообще много. Короче, завтра покажу, как нас завалило. Вот, так что завтра, наверное, будем с вами убирать снег. Очень много снега. Вот. Я сейчас даже дорожку к хате не стал чистить, потому что он все идет, идет, ветер оттуда дует. Короче, бесполезно что-то сейчас чистить.
Поэтому ходил по сугробам. Там он, в принципе, дошел, накормил, но снега нереально много. Вот. Но зато сейчас ночью у нас очень светло. Так, знаете, небо само по себе светлое, когда снег идет, всегда хочет так. Вот. Ладно, ребята, буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал. Поставить обязательно большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.